Поехали. Красная армия. Ивен Сардарян. Мир города. Лидера Крыльев Советов в прошлом сезоне по штрафным минутам. И ответная атака Красной армии. Много свободы. Бросок. 1-0. Открывают счет хозяева. Спокойно, Прохор тонко и технично использовал Стивен Сардарян. Шайбу забросил. Для которого шайбу Стивен выдавил у борта Прохор Пал. Завладеть шайбой. И вот уже... Переход с Красной армии. Вот так вот бросок наносится. И 4-1 становится счет. И Стивен Сардарян. Ну да, удачно попал там. Были шансы у Ботова закрепиться в чужой зоне. Атланту сейчас тяжелее, нежели чем Красной армии, потому что разрыв в счете. И один еще. Из хоккеистов гостей делает еще больше. 1-5. Да, Егор Курилкин. Но уже не было пространства для обыгрыша. При этом зацепился за шайбу Курилкин. Прострел, бросок, 2-1. И Стивен Сардарян очередной. Гол, очередное набранное очко нападающим Красной армии. 2-1. Подопечные Александра Левицкого. Дуда по борту. Передача, здорово! Ох, как ты здорово! Посмотрим. И передачку тонкую тоже давайте отметим. Только-только опекун отклеился от Верочкина. Тут же шайба была тому направлена Стивеном Сардарян. Васин переграл Самойлова. Наброс последовал. Продолжается атака. Филиппов не посылает. И гол! Очень быстро. Касание и... Смотрим повтор. Выходит, забирают ее себе гости. Поехал уже на синюю линию Волков. Бросок, касание, гол. Великолепно. Розыгрыш очень быстрый. Данил Карпов. Который... И поздравляем. Касание. Вновь быстренько возвращает под свой контроль шайбу, потому что капитан легко с ней расстается раз за разом. Ответ Ступинцев здесь под силовой попадает, и шайба уходит в итоге вновь без броска у капитана. 3-2 может получиться, неплохо москвичи. Хорош пауза, и переиграть не удается. Сам все констатирует, что за 40 перевалило бросков по воротам Артемия Плюшкова. Еще один мощный щелчок. Продолжается атака. Долго решал Сардарян, что же делать. В ближней стороне не получилось переиграть. И продолжение. Здесь разворот. И все-таки гол. Залетает шайба. Но все уже. Скромно и более аккуратно стараются обе команды действовать. Не рискуя лишний раз. И очень удачный отскок получается. Сардарян за воротами. Хорошая передача. Бросок еще один. И что? Гол. 1-0. И вновь его атаку, которая стала единственной. Вот так шайба выкатилась в дальний круг вбрасывания. Сардарян, аккуратно развернувшись, хорошую передачу выписал. И предоставили Васину возможность дважды бросок нанести. Первый был отправлен в ногу, кажется, или на крюк соперника. А со второго броска уже удалось Васину. Проводят обе команды. Сардарян оставляет партнеру шайбу. Бросок случился. Есть еще одна попытка. Низом с бэкхенда скачет шайба. Прострел, бросок и гол. 2-1. Как же резко. Ну и повтор. Соответственно, сумятица образовалась в действиях команды Рига. И, между прочим, третий. Исполнительские. Все это сегодня было. Может быть, еще будет, кто знает. Классная диагональ на правый край. 2-2 атака. 2-3, вернее. Сардарян! Пижонить изволите. Ну, впрочем, счет позволяет. Ну и Стивену, конечно, нужно показать себя тоже в первом матче. Постараюсь промолчать. Мне кажется, что в своей жизни мы видели и более явные помехи вратарю. Вот так скажу я. Это не значит, что кто-то ошибся. Ну, это, конечно, Сардарян. Так просто-таки прошел я сейчас по краю, но в последний момент исправился. 2-1. Покинул синюю линию и забросил шайбу. Смотрим.
посмотрим. Сардарян заработает результативный балл за передачу. Вообще, как, просто на одном месте, на самом деле, как такой хороший письменный. Мог сыграть по-другому, но благо, что и тут. А, нет. А тут нет. А тут прорвал вперед Зуга. Налево бросок. И... Я уже думал, что сейчас его будут бить вот здесь. Смотрите, раз, два. Всех прошел. Ну и пожалуйста. Еще там и... Сайт имчался уже на добивание Бучельников, но до шайбы не добрался. Здесь еще момент у Матвея Гуськова. И вновь не забивает. Да, но вот сейчас будет возможность это исправить. Тоже вот игрок, которого... Ой, здорово как. И браво, еще и добивание. Очень интересная комбинация. Мне очень нравятся такие передачи из-за ворот именно на ближнюю штангу. Эта передача заставляет вратаря в какой-то степени, ну, растеряться. Она очень сильно осложняет ситуацию вратарю, потому что, во-первых, это пас за воротами, и еще момент у Красной Армии. Ну, все. Ну, вот сейчас и Тайфун атакует в том числе, причем атакует достаточно неплохо. Так, ну, а это сам Стивен Сардарян. Красиво обыграл одного, потом прострелил. Партнер замкнуть не смог. Далее по бортику. Передача на Сардаряна. С левого фланга атаки он ее подбирает. Там 2 на 2 у бортика опять парень. Вот теперь уже прибавил 6-е очко и 2-й гол к своей статистике. Бросок по воротам был с правого фланга в исполнении Красной Армии. Мимо ворот это пролетело. Попов ее только взглядом провожал. Но вот еще одна попытка взять ворот. И... нет, нет, на секунду не показал. Это вопрос принципа, но нет, это вопрос спортивной борьбы за очки, а они все-таки нужны всем. Вбрасывание в зоне Академии Михайлова, тут же на красная игроков Академии Михайлова и, естественно, болельщиков, которые дыхание-то подзадержали. Ну и вбрасывание очередное в зоне хозяев ледовой площадки. Далее перехват от 97-го Данила Дудковского. Выкидывал он шайбу, сейчас один находится в высоком прессинге. Академия Михайлова производит смену. Красная Армия держит шайбу за своими воротами. А вот сейчас пошла в атаку через среднюю зону. Один Сардарян пошел самоотверженно в атаку. Прошел всех без нарушения. Правда, его остановили. Кузьмин направо отдает, снова возвращает центр Кузьмину. Сардарян шайбой не стал бросать, неудобно было. А вот сейчас бросает Красная Армия и забрасывает вторую шайбу в этой встрече. Да, довольно горячо, конечно. Еще раз. За этим моментом. Вот, да, Сардарян не стал бросать, потому что ближний угол был закрыт, а вот правый Попов не успел. Пока все без изменений, раскатываются игроки. 21-го номера Красной Армии боролись за шайбу, но в итоге с ней Сардарян. Сардарян будто бы вообще один по пустому льду отправлялся ближе к воротам Академии Михайловой, даже успел нанести бросок ворота. Но Шалышкин, передача направо на Сардаряна. Стал он лучшим нападающим вообще во всей молодежной хоккейной лиге по итогам ноября. В декабре матч тоже серьезная мотивация, чтобы не уйти в Новый год фактически без единой шайбы в декабре. Борется 6-й номер Красной Армии. Передача на партнера. Подправление от Матвея Аверочкина. И дальше продолжается борьба. Вновь Сардарян. И Аверочкин пытается выкатить шайбу на пятак. Ничего там не выходит, но подбирает партнер. Вновь Сардарян. И его, собственно, Стивен Сардарян открывает счет своим шайбам в декабре и сравнивает счет в этой встрече. Точным броском 6-го номера. Еще раз взглянем за тем, как же эта атака развивалась. Выиграли там гости борьбу. Сардарян выкатился в район правого круга вбрасывания. Бросил, и партнер Сардаряна как раз Аверочкин. Сумели добиться успеха. Савин помогает партнеру. Но, однако, на синей линии в зоне атаки Красная Армия выглядит просто великолепно. И счет становится 2-0. Стивен Сардарян. Смотрите, какая обводка. От Полтапова. И голевая передача будет у Прохора. Очень красивую шайбу забрасывает. Еще одна возможность у Красной Армии атаковать. Сардарян. Момент и гол! Красивая комбинация. И виноват. Нечем показывать Арсения Яковлева. Давайте смотреть. Вот открывается как раз на дальней штанге. 20 с небольшим секунд есть у Красной Армии. Красиво все разыграно, а вот бросок не получается.
И отбрасывается русский вид. Очень хорошо все было сделано сейчас. Армейцы, но не хватает бросков, не хватает чего-то креативного. Нужно поскорее уже что-то придумывать, поскольку четвертый полевой готовится на лед. Выйти! Придумали и забили! 1-0! Ну вот, означает, что продолжение розыгрыша большинства не предвидится. Вот он, простой бросочек, никто особенно Стивена не перекрывал. Подкатился к воротам, прицелился, примерился и вогнал шайбу с кистей под перекладину. 1-0. Федора Кращинского, тот, я думаю, в свой бросок еще сильнее уверовал. А в итоге контратака, причем широким фронтом, причем два в одного. Пауза, передача с бэкхенда, бросок. Еще один хоккеист вчера, дебютировавший в составе ЦСКА, бросок. Хитренький, спустя на пятачке Дуда, по-моему. Кроме всех прочих. Интересная формация, надо сказать. Сардарян, его работа придумывать. Придумал, исполнил. Бросок через небольшую паузу. Кузьмин. Сардарян упал, встал. Шайбу под своим контролем сохранил. И проходит среднюю зону Стивен. Заехал в зону атаки. Как здорово-то разобрался в этой ситуации Сардарян. И бросок по воротам в исполнении. Малышкин дальше на синюю поднимают тут шайбу. Шапошников в угол отдает. Ой, здорово-то как! А как же не забили? Вот это да! Стивен Сардарян передачу сделал. Стивен Сардарян молодец, отличный пас придумал. Итак, еще раз смотрите, Сардарян какую передачу нарисовал. А, ну ладно, чуть-чуть неудобно было Графинику. Витязь уступает 0-2. Ну там вообще весело. Спартак две шайбы пропустил на первой минуте. С разницей в 10 секунд. Так что у Красной Армии есть шанс вернуться на четвертую строчку. Ну, все-таки большинство вновь. Ну, это, конечно, ой, как ходит шайба. И расставились. Полтапов на синюю поднимает, Алишлалов налево. Вот все это мы сегодня уже видели. И вот так добираются Алишлалов. Всем привет и до свидания.